Кубок и первенство Московской области по художественной гимнастике стартовал 8 октября во Дворце спорта «Борисоглебский». Состязания начались в групповых упражнениях в рамках Кубка. На ковер вышли 33 команды, включая два состава сборной Московской области. Это первое соревнование сезона, поэтому предсказать, кто станет лучшим после летнего перерыва, очень сложно. Всего же в Раменской приехали выступить 43 муниципальных образования. Девчонки, покажите все, что вы умеете. Отбросьте свои нервы, отбросьте все свои какие-то комплексы. Вы знаете, вас обучали тренера, вы тренировались. И вы сегодня полую покажете высший класс. Всегда знайте, что вы выступаете для зрителей. Поэтому доставьте им сегодня огромное удовольствие от ваших выступлений. А я хочу сказать большое спасибо, конечно, тренерскому составу, потому что это колоссальный труд, и вам, девчонки, потому что ваш вид спорта, он кажется такой легкий, такой красивый, но на самом деле я понимаю, что это каждодневный многочасовой труд, который очень хочется, чтобы увенчался красивыми и высокими результатами. Победителей и призеров Кубка в групповых упражнениях наградили на церемонии открытия. В первом взрослом разряде победа у команды города Мытища. Среди мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта – золото у сборной команды Московской области. Сборная команда из Раменского заняла вторую ступень пьедестала в блоке выступления по программе «Кандидаты мастера спорта». Алена Стощенко, Варвара Федорова. Наши девочки сегодня просто умнички, молодцы, даже сказала бы браво. Мы, конечно, надеялись попасть в шестерку, да, но команда, еще раз скажу, команда молодая. Мы еще даже года нет, как девочки вот стали работать вместе в групповом упражнении. До этого они были все личницы в индивидуальном. Подготовка, конечно, это серьезное дело. Это тренировки по 5 часов, это иногда и слезы, травмы. Но выигрывают сильнейшие. Неплохая команда, хорошо работают. Тренера пока у них, конечно, нет таких сильно звездных результатов, но работают хорошо, молодцы. Всегда помогают в проведении. Вот сейчас активно проходило первенство России среди юных гимнасток. И тренеры Раменского так активно помогали, такую помощь оказали в проведении этих соревнований. Большое им спасибо. Соревнования по художественной гимнастике носят квалификационный и отборочный характер. Лучшая команда будет защищать честь Московской области на первенстве и чемпионате Центрального федерального округа. В этом году у нашей федерации огромные результаты. Впервые проводился первенство мира среди юниоров, где наша Анна Батасова завоевала 4 золотые медали. Это город Щелково, город Дмитров представляла она. Также она завоевала на первенстве Европы также 4 золотые медали. Это огромный успех. Да, уровень растет. Растет массовость. То есть раньше принимало участие меньше городов Московской области. Сейчас диапазон расширился, география. Много городов, где работают молодые тренеры, начинающие. И также уже наши маститые мастера. За каждым выступлением гимнасток стоят долгие изнурительные тренировки, многолетний опыт тренерского состава. Оценку их совместного результата проводило высокопрофессиональное судейство. В их числе 10 судей всероссийской категории, 4 – международной. Да, правила тяжелые, да, правила не очень всем нравятся. Но, тем не менее, есть сегодняшние правила, и это художественная гимнастика сегодня. Никто это не отменял, поэтому тренеры, конечно, работают очень много, потому что гимнастика художественная – это прежде всего грация, эстетика, хореография. А сегодня это акробатика и цирк. И тем не менее, никто не уходит из этого вида спорта, все работают, всем нравится, все, конечно, недопонимают, как это может художественная гимнастика развиваться именно в этом управлении. Но Ирина Александровна доказала, что и с такими правилами можно работать, и именно и в нашем любимом виде спорта художественная гимнастика. Последние года у нас это лидеры город Дмитров. И город Пушкино, откуда Катя Селезнева, откуда Аня Батасова, город Жуковский, откуда также у нас
Марии Толкачева. Эти города борются, но и также другие города подрастают. Дети подрастают, уже молодые тренеры. Кто-то вновь приезжает в Московскую область. И как мы говорим между собой, чтобы выиграть чемпионат мира, порой бывает легче, так как Россию представляет две гимнастки, а у нас в Московской области более 40 городов. И чтобы даже попасть в сборную Московской области, это очень трудный путь. Сергей Григорьев, Марина Миткевич для программы «Городские вести».